Друзья, привет! Сейчас на Алиэкспресс крутые скидочки. Вот мы и решили собрать для вас крутейшие интересные штучки с Алиэкспресс. С вами Дима, и вы на канале PDA Life. Это самое полезное из того, что может быть на вашей кухне, а именно миниатюрный аппарат для изготовления попкорна. В данном случае очень важно, что его выпуск контролируется Xiaomi. Если вас ждет приятный вечер, вы хотите посмотреть кино, но не хватает вкусняшек, то самое время для этой диковинки. Все, что нужно сделать – засыпать правильную кукурузу, добавить масло, нажать кнопку и ждать. Ну и, если что, можно добавить еще немножечко масла. Место на кухне это устройство занимает немного, плюс моется оно очень просто. Бывают такие вещи, которые всегда должны оставаться в тайне, ну или хотя бы доступ к ним должен быть ограничен. Раньше приходилось вешать какие-то маленькие страшненькие замочки, ну или пользоваться ключом. Но теперь вам достаточно купить этот набор, который довольно просто ставится на практически любую дверь, а в комплект входят винты для установки. Сразу после этого вы получаете бесключевой доступ к данному месту по карте или по брелку. К тому же, совершенно не будет видно, что тут вообще есть замок. Работает это устройство на батарейках, которых хватит до года работы. Если вы не знаете, что прятать при помощи вашего нового скрытого замка, то вот вам замечательный пример. Крутейшие механические часы от Xiaomi. Они имеют уникальный дизайн, ну только если не сравнивать их корпус с Apple Watch. У этих часов установлен качественный механизм, который поместили в прозрачный с двух сторон корпус. Сделано это так, чтобы вы могли своими глазами увидеть, как работает, в общем-то, этот самый механизм. У часов есть несколько цветов оформления, они стильно выглядят, имеют дизайнерские награды, ну и влагозащиту. По заверениям производителя, они выдерживают погружение до 30 метров. Скидочка на этих красавцев сейчас крайне приятна. Многие из нас хотели в детстве быть похожими на Робин Гуда, ну а главный атрибут это, естественно, его лук. В наше время не нужно собирать лук из каких-то палок, потому что за нас уже все сделали китайцы. Но классика это не так круто, как блочный. Ну или, как его еще называют некоторые, лук для охоты. У этого класса луков есть два специальных блока, которые сильно упрощают процесс натягивания тетивы и при этом дают больше мощности. Данный набор предлагает нам полный комплект, причем, по заявлению обзорщиков, эта штука довольно неплоха, как для новичка, конечно же. В комплекте есть и стрелы, и курок. Да, кстати, для блочных луков есть специальный курок, хотя его как раз рекомендуют сразу поменять. В остальном за такие деньги крайне интересное предложение. А без этого просто никак не обойтись, если вам одиноко. Подушка-обнимашка. Да, возможно, звучит как-то несерьезно, но как раз по этой причине данный пример попал в подборочку. Говорить о том, что ученые провели эксперименты и выяснили, что одиночество – это главная причина депрессивных настроений, я не буду. Но то, что подобная подушка может послужить довольно прикольным примером подарка, возможно, даже с ноткой черного юмора – это факт. Если вы хотите немного странностей, то это о данном изделии. Иногда после длительного копания на AliExpress появляется дикое желание вымыть руки, причем чтобы ничего не касаться, чтобы все было грамотно. В этом нам поможет товар с AliExpress. Логично. Речь идет о диспенсере для мыла от компании Xiaomi. Данная модификация получила удобный съемный контейнер, в котором будет храниться мыльный раствор. Только важно понимать, что мыло для этого устройства должно быть не таким густым, как оно продается, и его нужно разбавлять водичкой в пропорции примерно вода к мылу 7 к 3. Работает это все на обычных пальчиковых батарейках, и что самое главное, вы будете получать дозу мыльной пены, просто поднеся руку под устройство. Думаю, у многих в наше время бывало ощущение, что он хочет что-то сделать своими руками. Для некоторых достаточно сделать бутерброд, а вот некоторым хочется сделать что-то из электроники. В данном случае предлагаем вам наручные часы, сделанные своими руками. Вернее как, в комплекте находятся все необходимые элементы для того, чтобы собрать наручные часы самостоятельно. Плата, все электронные компоненты, корпус, схема, все это тут есть. Единственное, что в комплект не входят никакие инструменты для пайки, так что если вы хотите сделать подобные часы, то как минимум паяльник с припоем вам придется где-то все-таки донайти. В описании вы найдете две версии подобных часов, одна из которых намного более функциональна.
Многие мужчины, и не только они, в какой-то момент времени приходят к тому, что иметь базовый инструмент дома просто необходимо. Самый простой вариант – это мультитул. В данном случае речь идет о мультитуле от компании Xiaomi, который отличается повышенным качеством материалов и крайне интересным и полезным набором функций. У этого орудия есть 15 видов полезностей. Отвертка, плоскогубцы, почти полноразмерные ножницы, разные открывашки, пила. Вот, по поводу пилы. У меня есть подобный мультитул, только от другой компании, и я часто пользуюсь в нем пилой дома, вот, в домашних условиях. Вы не поверите, но с ее помощью удобнее всего скрывать кокосы, которые лично мне уже очень нравятся. Так что, как видите, функционал мультитулов может быть применим где угодно, тем более, когда это крайне качественное изделие. В последнее время все начали сходить с ума по 80-м. Скажем спасибо сериалу «Очень странные дела». Как в таком случае не вспомнить про игровые автоматы? Предлагаю вам такой, что даже поместится в любой рюкзак. Данное устройство предлагает нам приличный набор игр с приставки Sega Mega Drive, в которые играли огромное количество людей. Ну, все-таки уже, наверное, в большинстве случаев в 90-х. Еще одним интересным элементом тут является возможность подключения устройства к телевизору, правда через тюльпаны, что уже немножечко устарело само по себе. Но заставить это работать можно, так что поиграть в крутейшие игрушки Sega Mega Drive теперь можно еще и таким вот образом. Не знаю, замечали вы или нет, но в магазинах с одеждой, если они, конечно, более-менее нормальные, вся одежда хорошо выглажена, но гладят ее не с помощью утюга, а при помощи специальной паровой установки. Подобную вещицу нам предлагает компания Xiaomi, причем это довольно удобный походный вариант. Основные фишки этого устройства заключаются в том, что оно имеет складную конструкцию, внешний резервуар для воды и питается это все от розетки. Кстати, подобное устройство также хорошо устраняет и всевозможные неприятные ароматы, которые могли оставаться от чего-то, вообще от чего угодно. А гладить такой штукой шторы вообще проще простого. А теперь, ребят, мини-тест на то, как хорошо вы шарите в AliExpress. Пишите в комментариях, как вы думаете, что это такое, и самое главное, сколько оно стоит. Ссылка на эту штуку будет, но если вы уже посмотрели, то не пишите в комментариях, что это и сколько стоит, потому что это будет прикольно. Можете написать, удивились вы или нет. А также не забывайте ставить лайки. Сколько будет лайков, такие будут скидосы на Алике, 100 пудов. Ну и кликайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. Все, ребят. Удачи!